Здравствуй, друзья! И в этом видео я хочу вам показать две модели, которые я получил после реставрации. Это модели уже российского производства, они выпущены где-то в начале 2000-х годов. Это модель ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Вот модели в целом хорошее состояние. У меня есть видео где-то на 90-х годов. Это модель у журналист серии «Автолегенд СССР» под номером 56. Это модель журналист серии «Автолегенд СССР», и данная модель идет под номером 56. Данная модель шла под номером 69. Очень известный прототип этой модели. Хорошее состояние. У меня есть видео. ВАЗ-21099. Это модели от представителя АГАТ и журнале серии «Автолегенд СССР». И под номером... И данная модель идет под номером 56. В серебристом цвете. ВАЗ-21099. От представителя АГАТ. И журнале серии «Автолегенд СССР», и данная модель идет под номером 69. Такая очень интересная фотография в вишневом цвете. Бордовом цвете, что? Сейчас вам покажу. Конечно же, право. ВАЗ-2108 от представителя АГАТ. Журнале серии. Или «Автолегенд СССР», данная модель идет под номером 21. Хорошее состояние. У меня есть видео 90-х годов. Это очень, да, коробочка. Но, к сожалению, они не оказывают данной модели, скорее всего. Это модель покрышки. Я сейчас я покажу. Видите, данная модель уже имеет. Я хочу. И такой цвет, в вишнём цвете, что... Лада... Ну, и сонщик.